Супермассивные черные дыры находятся вблизи всех больших галактик. В центре галактики Млечный Путь расположена сверхмассивная черная дыра звезда Стрелец А. Ее масса превышает массу Солнца в 4,3 миллиона раз. Масса Солнца приблизительно равна 332 964 массе Земли. Звезда S2 движется вокруг звезды Стрелец А с самой высокой орбитальной скоростью, известной человеку, максимальное значение которой составляет 18 миллионов километров в час. Газовое облако G2 движется по направлению к Стрельцу А с максимальной скоростью 11 миллионов километров в час. Галактика М87. Она располагается в самом сердце скопления галактик в созвездии Девы на расстоянии в 50 миллионов световых лет от нас. Черная дыра, скрытая в центре галактики, превышает массу Солнца в 7 миллиардов раз. Вырывающаяся из нее струя плазмы простирается на расстоянии 5000 световых лет от черной дыры. Галактика RxJ-1131 удалена от Земли на 6 миллиардов световых лет. Астрономы обнаружили в центре этой галактики черную дыру, которая вращается со скоростью чуть более половины скорости света. Вероятно, она раскрутилась в результате повторяющихся слияний ее галактики с другими галактиками. Галактика NGC 5548 расположена на расстоянии 245 миллионов световых лет от Земли. В самом ее сердце находится черная дыра, масса которой больше массы Солнца в 65 миллионов раз. Ежегодно в нее втекает 3 сотых масс Солнца, а вытекает уже 96 сотых солнечных масс. Скорость выходящего потока составляет 18 миллионов километров в час. Галактика NGC 1277 находится в созвездии Персей. По приблизительным подсчетам, супермассивная черная дыра в его центре имеет массу, равную 17 миллиардам солнечных масс. Струя плазмы, исходящая от черной дыры, расположенной в центре скопления галактик в созвездии Персей, производит звуковые волны. Измерения показали, что эти волны звучат как си-бемоль на 57 октав ниже первой. Галактика SDSSJ-1106+1939. Черная дыра в ее центре извергает вещество со скоростью близкой к скорости света и силой в 100 раз больше интенсивности выбросов во всей галактике Млечный Путь. Галактика MS-0735. Струи плазмы от супермассивной черной дыры вырезают собой две одинаковые полости диаметром 600 тысяч световых лет. Извергающиеся потоки генерируют энергию, эквивалентную энергии 300 миллионов Солнц. Скопление галактик — Гидра А. Полости, вырезанные черной дырой в центральной галактике скопления. Астрономы заметили, что струя плазмы перемещает железо и другие металлы вдоль края этих полостей. Галактика NGC 4889 расположена в скоплении Волос и Вероники на расстоянии 335 миллионов световых лет от Земли. Отслеживая звезды, которые вращаются вокруг ее центра, астрономы сумели подсчитать его массу. Она равна плюс-минус 21 миллиарду солнечных масс. Пока что это кандидат на самую большую черную дыру. Лучший способ поддержать наш канал – поделиться видео с друзьями с помощью кнопочек наверху. Подписывайтесь и не пропускайте новые видео. Спасибо!